самое время для атаки. Вот там так привычно в составе стаи. Ты знаешь, как строить души. Чувствовал сердцем звуки, и в небо всплывали руки. Был ты ей верным мужем, только теперь не нужен ей. Сегодня тебя казнили за революцию на вылет. Привет, Тула! Всем спасибо, что пришли, рады вас видеть. В этом туре у нас каждый день проблемы с бас-гитарой. Но можно надеяться, что раз он на первой песне уже, короче, все хреново, то потом будет все хорошо. Следующая песня, собственно, называется «Вперед и вверх». Миша, нам добавь всем баса. Бас добавить. Саня, нормально все, готов? Сейчас, секунду. Поднимай. Да, мне тоже бас давай немножко. Сейчас технические проблемы решим. Вы, короче, настрой не теряйте. С настроем нормально все? Я что-то не слышу. Ладно, годится. Добавь ему еще баса, он просит. Теперь мы все знаем, что главный музыкант в группе — это басист. Баса нету, все, ни хрена не звучит. Поехали.